Всем привет! Вы на канале «Делаем сами своими руками». И сегодня мы вам покажем, как сделать вот такую красивую новогоднюю елочку из оригами-модулей. Кому интересно, оставайтесь с нами. Итак, для начала нам нужно сделать корпус для будущей елки. Для этого нам необходима шпажка большая, лист зеленого цвета А4, ножницы и двухсторонний скотч. Итак, вокруг шпажки, то есть мы шпажечку оборачиваем зеленой бумагой. Вот таким вот образом. Теперь на этот край мы прилепим двухсторонний скотч, отрежем его третьей моей рукой, вот. Ну и естественно его приклеим. Короче, приклеим. А вот все. Приклеим этот край. Получается вот такой вот корпус для нашей елочки. Дальше нам нужно сделать подставку. Все модули для подставки и для самой елки я делала маленькие. Это 32-я часть от листика А4. Значит, для подставки первый ряд у нас состоит из 14 модулей. Зеленые модули в первом и во втором ряду. Короткой стороной на себя и также закрепляем длинной стороной. Тоже зеленый модуль. 14 модулей в ряду. Смыкаем поделку в круг и закрепляем. Итак, немножко выворачиваем, совсем чуть-чуть. Третий ряд будет состоять из белых модулей длинной стороной. Просто закрепляем, как обычно. Выворачиваем вот таким вот образом подставочку. И четвертый ряд будет состоять из 28 модулей. Делается это так. Берем модуль наоборот, вот таким образом, и вставляем его внутрь на один краешек. Другой модуль так же самое. То есть мы не надеваем сам модуль ни на что, ни на какой край, а просто его в обратную сторону вставляем в модуль. Вот таким образом. На каждый краешек надеваем.
Так, вот такая вот подставочка. Сюда нам нужно вставить нашу шпажку. И дальше на нее надевать ветки. Сейчас будем делать ветки. В первом ряду у нас 14 зеленых модулей. Короткой стороной на себя, длинной закрепляем. 4 ряда по 14 модулей. Первый ряд короткой стороной, второй, третий ряд длинной стороной и четвертый ряд короткой стороной. И четвертый ряд короткой стороной закрепляем модули. Теперь эту часть нужно надеть на корпус наш. Дальше, следующая ветка. Первый ряд состоит из 4 модулей. Длинной стороной на себя. Все остальное будет длинной стороной. Первый, второй ряд, 4 модуля. Третий ряд 12 модулей, то есть между модулями добавляем еще модуль и закрепляем сверху другим модулем. Добавили, с двух сторон закрепили. Добавили, закрепили. Еще добавили. И закрепили. Это третий ряд. Здесь 12 модулей. Четвертый ряд тоже добавляем между модулями по модулю в каждом ряду и закрепляем с двух сторон. Четвертый ряд 24 модуля. Добавляем закрепляем.
Пятый ряд 16 модулей. Ничего не добавляем, просто закрепляем, как обычно. Итак, пятый ряд, 16 модулей. Шестой ряд, 16 модулей, 2 через 2. Значит, на каждый на два краешка от разных модулей мы надеваем один модуль, но кармашек один оставляем свободным. Вот таким образом. И с этой стороны. Теперь два краешка мы пропускаем, надеваем таким же образом. Пропускаем, надеваем. Пропускаем, надеваем. Желательно пустым кармашком вовнутрь. Пропускаем. Надеваем. Так, седьмой ряд, то же самое, 16 модулей, туда же, где мы надевали модули, также мы пустым одним кармашком вовнутрь надеваем по одному модулю. Восьмой ряд, тоже 16 модулей, таким же образом. Восьмой и девятый ряд. И десятый ряд закрепляем одним модулем два последних вот этих краешка. То есть в десятом ряду у нас 8 модулей. Thank you.
надеваем эту веточку на корпус. Следующая ветка точно такая же, только в ней 9 рядов. Итак, первый ряд состоит из 4 модулей. Так, первые 2 ряда из 4 модулей, третий ряд из 12 модулей, добавляем, закрепляем. И 9 ряд закрепляем одним модулем, то есть у нас будет 8 модулей. 2 краешка закрепляем одним модулем. Надеваем на корпус. Так. Дальше у нас в следующей ветке у нас 7 рядов. Первые 2 по 4 модуля. Итак, в этой ветке у нас 7 рядов. Также закрепила последними модулями 8 штуками. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. По одному модулю. Также надеваем на корпус наш. Так, вот такая елочка получается. Следующая веточка из 6 рядов. Также первые 2 ряда из 4 модулей. Четвертый ряд, здесь вот повнимательнее нужно. Значит, в четвертом ряду 16 модулей. Один модуль мы надеваем, как обычно. Дальше добавляем. Добавляем, закрепляем. Следующий модуль тоже, как обычно, надеваем. Ничего не добавляем. Дальше добавляем. Закрепляем. Надеваем просто модуль. Дальше добавляем. Закрепляем. Надеваем просто модуль и добавляем. Это четвертый ряд. Добавляем, закрепляем. Пятый ряд, 12 модулей.
То есть 2 через 2 опять надеваем на один краешек и на другой. По модулю кармашки оставляем пустыми. 2 краешка пропускаем, надеваем также. 2 пропускаем, 2 надеваем. Пропускаем, надеваем. И пропускаем. Дальше, 6-й последний ряд. По одному модулю на наши пустые краешки. Раз, два, это 6 модулей. Итак, надеваем на елочку, на модуль. Ой. На корпус. Господи. Не хватит. И последняя веточка наша состоит из 3 рядов. Первые 2 ряда 4 модуля. Третий ряд 12 модулей, то есть добавляем. Добавляем по модулю. Добавляем. Закрепляем. Это последняя наша веточка. Ее также надеваем на корпус. Лишнее сейчас я обрежу вот эту вот палочку, шпажку нашу. И буду украшать всевозможными блестками. И сверху звездочку еще поставить можно. Сверху звездочку. И конечный результат вы увидите. Теперь мы будем украшать нашу елочку всевозможными блестками. Итак, на эту елку у меня ушло зеленых модулей 500 штук. Белых 42 штуки. Понравилось видео? Ставь лайк. Пиши комментарии. Всем пока и всех с наступающим Новым годом!